Йоу, вы на канале PUBG Gamer 2004. Ведь я Эндермен. Эндермен. Оп. Всем так. Сейчас, в принципе, мы создаем новый мир. И, в принципе, давайте мы уже будем убивать корову. Как убить корову в Майнкрафт? Это 1.14.2. Вот. Выживание, конечно же, мы не будем использовать всякие читы, мы же не читеры все-таки. Мы же честные игроки Майнкрафта 1.14.2. Вот. И в прошлой серии мы посмотрели это новое обновление Майнкрафта 1.14.2. Я в первый раз о таком обновлении вообще слышал. Но, в принципе, это не важно. Вот. И мы видим, как этот контур обмазывает вот этот квадратик. Вот. Так, ждем, пока 100, вот, 100%, вот. И вот, мы появились в новом кубическом мире Майнкрафта. Вот. И, вау, я в первый раз увидел то, что тут есть вот такая вот фича, то, что тут есть вот это вот. Вот крутая вот фигня, типа, тут можно ломать водоросли всякие, вот. А, я люблю Майнкрафт, кстати. Вот, и какие-то новые мобы тут добавили, они, наверное, бить не будут. Это может быть щука, кстати. Давайте ее ударим. Ну ладно, не важно, нам в принципе нужно найти корову и тем самым убить ее. Вот. Так, ну как я вас учил, надо сломать все листья у дерева. Вот. Гейм мод. Так. Ой, и точнее мы все нормально. Так. Так, вот, мы добыли, в принципе, вот, мы поломали дерево. Ну, мы точнее листья поломали, вот он выпало кирка. Ой, точнее алмазный меч. Так, тихо. Тихо. Кстати, мы красиво выглядим так. Ну ладно. Он за нами смотрит, но видите, убираем оружие, все, он немножко смотрит. Бежим, ёбаный в рот. Ой, точнее, извините, бежим. Тихо, она нас не спалила, то, что мы ее ударили. Нифига, мы убили? Мы убили очень сильного моба корову? Что? Как я ее убил? Офигеть! Прикиньте, я убил корову сильного моба в Майнкрафте 1.14.2. Самого сильного моба в Майнкрафте убил. Так еще и из двух ударов. Ну, это, в принципе, действие... это все делает наш этот прекрасный алмазный меч, наш прекрасный, да? Да, вот. В принципе, это все красиво выглядит, да, мы убили. Вот, теперь у нас появилась сырая говядина. Это говядина сильного моба, то есть коровы. Вот. И все. Ну, в принципе, это было не просто. Я ее убил. Уже я пытался ее убить много раз. Даже в креативе она у меня убивала. Вот. Это очень сильный моб в Майнкрафте. Я не знаю, как я его, конечно, убил, но я убил его с одной попытки. Ой, с двух попыток. И я доволен своим результатом. Эта корова, она убийца. Она убила бы нас удар, но мы ее убили очень быстро. Корова в Майнкрафте. Вот. А корова в Майнкрафте это очень сильный моб, которого нужно убивать где-то 100 раз, чтобы его убить. Вот еще эти сильные мобы, но я не буду больше к ним прикасаться, потому что... Но я хотел записать гайд, как их убить, и мы убили их. Вот. Это, в принципе, было не так уж сложно, конечно.
Я думаю, будет намного сложнее, потому что помните, в прошлой серии нас она убивала несколько раз, а тут мы даже ни разу не умерли. Я вообще в шоке. Как мы не умерли, я вообще в шоке. Я сейчас в шоке сижу. Вот я убил крутую корову в Майнкрафте. И это было, конечно же, очень сложно. Мы взорвали Майнкрафт корову в Майнкрафте, вот. И сейчас я бегу куда-то неизведанное и прощаться с вами. Все, всем пока, всем спасибо за просмотр. С вами был ProGamer 2004. Я родился в 2004 году, то есть мне сейчас 15 лет. Все, всем пока. Оп-оп, Эндермен. Эндермен. Оп-оп-оп-оп-оп. Эндермен. Оп, 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 оп.